Сейчас, ну, то, что Маша был у сортишки по делам. На вечерочек взял. Блять, так и есть, нахуй, закрыли на 25-м-то, блядь. Аж буквы отколупали. Ну, то есть, насчет алкашки самое ходовое место было. С приемлемыми ценами. Сейчас все пиздец, ребята. Алкоголики, блядь. Лафа закончилась, походу. Итого осталось два магазина у нас. Точмаш и их Козуха, блядь. Ну, за сорт я имею в виду. Метель хуярит, блядь. Так уже сантиметр полтора намело, блядь. Ну, правда, тает. Ноль градусов. До Нового года неделя, блядь. Ну да ладно. Спешить уже некуда, как говорится.